Гутен так, с вами Клюква. Да, теперь я Клюква Артлол. Многое изменилось. Прошу прощения за долгое отсутствие. У меня были дела, да и снимать было нечего. Но сегодня была одна тема и история. Это Рикони и обводки. И, к сожалению, эти вещи очень сильно связаны. А жаль. Итак, начнем сначала. Что такое обводки? Сразу скажу, что срисовка и обводка совершенно разные вещи. Первое вам может помочь, а второе нет. Возможно, линии станут ровнее, а то и не факт. Обводка, проще говоря, это когда ты берешь чужую работу и обводишь ее сверху. Как бы выдавая это за свою работу, но нет. Ну и как вы поняли, это не самое хорошее дело. В общем, Рикони этим занимается. Еще до этой ситуации она была поймана за плагиат и другие вещи. Это произошло недавно. Рикони выложила пост, где она обводит 3D-модельку аниме-девушки для дизайна карты Сбербанка. Это очень странно, и многие в комментариях написали, что «Чел, ты обводишь? Серьезно?» И я тоже написала, ты что, совсем не умеешь рисовать? И полилось говно. Все стали внезапно обвинять меня, то, что я виновата, а Рика не святая, и мы все ее обзываем. Но я и другие люди всего лишь написали, что немного странно обводить 3D-модельку для дизайна карты самого крупнейшего банка в России. Потом пришла Рикони и такая... «А что, мне нельзя облегчить себе работу? Я не умею рисовать аниме-девочек». «Тогда зачем ты взялась за это? Можешь заняться изучением анатомии аниме-девушек». «И я не думаю, что будет больше цениться тот, кто обводит чужие модели». «И к этому мы еще вернемся». Короче, все стали ее оправдывать и говорить то, что это норма. И она просто вела, дизайн сама придумала. Блин, давайте я возьму Янами Рэй из аниме Евангелион, обведу ее, нарисую ей другую прическу, платье и туфли. И что вы мне скажете? Это мой персонаж и дизайн. Потом пришел ее друг и стал подлизывать ей. И я ему это сказала. Рикони и он такие: «Ты просто тупой хейтер, потому что ты у нас не друзья». Что? Это просто смешно. Я хоть раз оскорбляла ее или ее друга. Я лишь сказал то, что она обводит, а ее друг подлизывает ей. Мда. Вернемся к чужой модели. Оказывается, Рикони взяла модель без разрешения автора, еще и скрыла ватермарку, что запрещало сделать. То есть, она еще и украла модель, с которой обвела. Пипец. Итог. Не обводите. Не надо, если вы не хотите себе изгонять репутацию. Надеюсь, вам понравился ролик, и я кому-то раскрыла глаза. Кто хочет узнать побольше про ее другие сливы, смотрите про нее другие ролики. Всем спасибо за просмотр, и пока!